Ну что, поехали, Владимир. Замеры официальные. Официальные замеры. Ёма, ты хоть от пола ее оторви. 9300, блин. 9300? Да, 9300. Ну, круто. Нормально. Пошел. День большого ура. Просто крокодил какой-то. А че у нее такая кожа, как будто камень? Это вторая по прочности. Из нее обувь делали. Вторая по прочности кожа в животном мире. Офигеть. А первая — это сумка кенгуру. Офигеть. Это тоже монстр. 6380, 350, 6300. Круто. Такой чертило, там лежат на дне, да, такие? Да, здравствуй. Ушами хлопают такие, вообще. Монстр. Представляешь, на дне лежит и ушами хлопают. У него еще и удочки. Это рыбки подплывают такие? Они лежат? Их выдает вот этот овал, и такие вот... А у этого были сложены. И вот этот овал. Сегодня болтает нас не на шутку. Хотя солнечная погода, да? Ух! Я думаю, там пролили пиздец. Там сейчас выйдем, офигеем вообще. We'll be right back.
Сегодня пострелил, я даже мне страшно смотреть на это. Подписчики, слабонервным запрещено смотреть. Ё-моё. Зубатка, блядь, такая детская, такая маленькая, классная. Что это за бубырь такой? Это зубатка называется. Самая настоящая зубатка. Это рыба моей мечты. Вау. Общество зубатчиков. Офигеть, вот это да. Подождите, аккуратно, ты еще хватит друга наживая. Сегодня твой день, Вовчик. Ну покажи еще черта, какого ты подстрелил. Ты сфоткай, пожалуйста, меня. Да, все, улыбочка. Без меня, вон находит. Сейчас. Вот это монстр. Смотри, какая пасть у него. Надо за руки держать. Подводная охота бывает хорошей. Это сегодня такая подводная охота. Черт, зубат, калюры, треска, полный ассортимент. Круто, просто круто. День прошел. Хотя погода была утром плохая, в обед был ветер сильный, но к вечеру подсихло. Просто бомба, да? Подписчики спрашивают, как получается так много рыбы стрелять? Что для этого надо? В день проплывать 5 километров. В день проплывать 5 километров, да? Большие зоны поиска. Да. А проныривать сколько? И глаз алмаз. А сколько метров надо нырять в глубину? Ну, достаточно десятки. 10 метров, да? Да. Но с запасом, то есть десятка должна рабочая быть. Да. То есть на десятке надо отдыхать. Да, десятки это просто зона комфорта должна быть. Так что, друзья, тренируйтесь. Воу!